АТВ Михайлович, с хорошими пожеланиями. Говорим о погоде на 27 апреля. Желаем только самого лучшего. С наступающей Пасхой вас, дорогие. По республике ночью по Северному Прибайкалью местами небольшой мокрый снег. Днем по республике местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в Баргузинске, Баунтовские районы ночью минус 7-12, местами до нуля, а днем тепло плюс 10-15. По Прибайкальскому, Кабанскому районам ночью плюс 3, минус 2, днем теплее, плюс 16-21, почти лето. По Закаменскому, Кяхтинскому районам ночью плюс 3, минус 2, по юго-западу до минус 7, днем 16-21, также тепло. Наша дорогая столица без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Минимальная температура ночью 0 плюс 2, максимально днем 18-20. Ну, это к празднику. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, 715, а к вечеру упадет до 713 миллиметров ртутного столба. Что нужно человеку? Приют, пища, безопасность и свобода. Все это у нас есть, вам очень повезло. У вас все основания быть счастливым и довольным. Бог наделил нас не знанием вещей, а умением пользоваться ими. АТВ Михайлович, всего самого лучшего.